А вось у Брэсце стартаваў праект «Тата-зала». Першых удзельнікаў гэта 5 каманд. Чакалі эстафеты і гульні пад назвай «Вясёлыя старты». Самае цікавае заданне – зрабіць сапраўдны дом з кардону. Дзякуючы праекту, бацькі могуць правесці як мага больш часу са сваімі дзецьмі і максімальна пазнавальна. Это нестандартная и современная форма взаимодействия молодых пап со своими детишками. Данный проект Белорусского республиканского союза молодежи не имеет аналогов по всей стране. Этот проект позволит папам и детям провести вместе больше времени и более активно и занимательно. Поближе пообщаться с дочкой, конечно, интересно провести время. Нам в домашних условиях, после работы не всегда уставшим, но как бы прихожу с работы, не всегда удается так пообщаться, так в спортивных каких-то мероприятиях поучаствовать. Ну, я рад, что так удалось поучаствовать. Так. Играла, еще мы маски там рисуем. Еще у нас будет сладкий стол. Мне там очень нравится. Проект «Тата-зала» будет проходить у Брэсце каждый тыдень до конца года.